У нас душ, это как будто у нас суд. Не насадок, ничего, просто кран, на тебя суд. Ты настраиваешь горячей водой на тебя суд или холодной водой. Кому это нахер надо? Всем привет, мы находимся в Витебске, это город Белоруссии, я не буду. Тут высоко, хочется отсюда спасать и спрыгнуть, но это потом. К концу сбора. Скажи, куда мы идем сейчас? Мы идем в жопу. Погромче говори. Мы идем в жопу Витебска. Я не ебу куда, не ебу зачем. Ну, надеюсь, я пожру. Я уверен, туда возьму кусок витебской земли, так сказать, в прямом смысле. Чтобы прям понимали уровень России и Белоруссии. Ну, мы сейчас узнаем, она вкусная или нет, да? Да, вот на финском вокзале в Питере. На финляндском. Обалденная шава. Она чисто... На финляндском. Она сочная. На финляндском. А не на финском. Ну, на финляндском вокзале она... Сочная, она вкусная, она чесночная, она мясная, она вся и вся такая сама из себя. Но не хватает корейской морковки, правда, я лучше делаю. Ни в коем случае не ЧСВ. Ни в коем случае не ЧСВ. Но все же а я что, делаю. Что мы делаем в Беларуси, расскажи? Мы долбимся. Да шучу. Мы тренируемся, чтобы стать качками, чтобы толкать ядра на метров 100. Диск на 100, а молот на 200. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. Ну, главное, что как понять, где тут начинается дорога? Все, это Саша, мне день рождения. Это мой телефон. Это я телефон. А это мои Gucci линзы. Я пытаюсь наполнить свою жизнь красками, типа, как можно больше всего интересного погадать. Как будто у меня жизнь веселая. Ну, у меня да, у меня как-то какая-то действует. Счастье. Быстро займите, типа, снизу слева. Да почему вы так всегда не видите? О, да, это пирамида. Я молодец, я вспомнил. Да, я красавчик. Кстати, мой бургер. Во, о, надо, кстати, отбивать это бадамс. Потому что мне это нравится. Один бит, ничего интересного. А у тебя типа один? У него развивается бит. Чувствуются хэты. Я просто отбиваю, не делаю сейчас бит. Знаешь, типа есть чуваки, которые на площадях типа по барабану стучат. Ты выходишь такой поляшки, хлопаешь. Не, ну если мы такие встречи, мы подойду и похлопаю. Здравствуйте. Можно? Здравствуйте. Там острый у вас есть вроде, да? И... Что еще раз? Острый дополнительный соус идет. А, обычный? Так, просто? Ну, то есть, обычный вот... не кость острый. Ну, тут у вас какие есть, в смысле, что? Обычный есть и... Обычный и острый соус. Нет, я имею в виду, что сырный еще, да? Сырный, вот он. А, хорошо. Что брать будем? Давай я вот это от шефа, который опять. Мы такую брали в один раз. Можно, пожалуйста, две шавермы от шефа? Да, да, да. Это не моя флешка, это не мои песни.
Сюда начинается. Музыка качает. Вот часа не надо было, посмотри. Да, давай так сделаем. Ну вот это, например, с розовой шапкой параша. Под ней тоже параша. Вот эти две тоже параша. Почему? Потому что они неинтересны. Так, расскажи. Ну пока я чувствую тесто. Невероятно. Ну, лаваш сейчас попробуем. Сейчас откусим нормально. Погромче что-то говори, типа, чтобы слышно было. Это длинная, не особо толстая шава. По вкусу. Немного даже сладкий соус. Вроде даже черт. А, это помидоры. Положено криво, с одной стороны просто куча капусты, а с другой стороны. Огурцы. Ну, типа такая средняя нормальная шава. Ну ты прожуй сначала. Ну, ты призвал кусок капусты. Средняя, вкусная, нормальная шава. Есть можно. Витебск, шоу-рум, Дениска рекомендует. Ревизора скажи, одобряет. Скажи, что адрес будет вот здесь вот. Покажи рукой. Нет, типа на камере вот здесь где-нибудь покажи. Там внизу, ссылка вот. В описании. Типа адрес мы напишем потом. Если что, приезжайте в Витебск, идете к пирамиде стеклянной. С другой стороны будет Витебская арена, или как это называется? Ну, короче, арена какая-то. Вот. А вот туда, слева, куда за мы... За углом? Туда, там. За углом. Там будет шава это. Я все равно лучше готовлю. Ты рекомендуешь или нет? Шоу-рум? Я рекомендую. Дениска рекомендует. Шаурма-рум в городе Витебск. Да. Оно того стоит. Да. Давай про помещение расскажи еще. Там красиво или нет? Вообще персонал ну, да. Какой? Приятный персонал хачей. Ну, почему там была девушка на кассе? Она, ну, чем-то... Нам все объяснили. Мы сначала запутались, но нам все объяснили. Там много фоток девушек, которые живут в шаву. Там есть зачетные фотки, которые я одобряю. Да. Я думаю, она с голой грудью вот так без шавы. Ну это тоже за счет. Да, это тоже за счет. После этой шавы немного хочется пить. Ну тут рядом есть магазинчики, так что это нормально. Там они тоже продают. Просто берите сразу попить. Steam. Да, берите сразу попить. Ну а так заебись. Да, следующая встреча.